Я не организатор, да, мы собрание, я. Вы понимаете? Мы просим вас. Ну, что мне место вам найти? Нет, вы должны сначала вы должны разблокировать дверь, которая непонятные люди. Непонятные люди, непонятные люди. Заблокировали дверь. Еще раз обратно. То, что нет места, то, что нет места. Непонятные люди. Непонятные люди заблокировали дверь. Мы просим вас сказать нам, кто эти люди, почему они нам ограничивают наше право. Зови организатора, сейчас он вам объяснит. Почему ограничивают? Сейчас вам организатор подойдет и задаст свое мнение. А вы можете сказать, кто эти люди с бейджиками? Кто они? У них написано, что? Почему они? А кто они? У них что написано? Зал. У них что написано? Они очень подозрительные. Сейчас подойдет организатор, у него все спросите, ладно? Они не имеют права блокировать, не имеют права. Они имеют право на честный порядок. Да. Когда они будут проводить драку, то еще по закону не драку. Понятно. Устраивают этот дебат, это не нужно. Да нет дебата. Спокойно могли побеседовать, спокойно зашли. Вместо того, чтобы полиция обеспечивает порядок. Какие-то люди просто непонятно. Мы не можем обеспечить порядок, вам место там не можем обеспечить. Мы не можем обеспечить место, вам там не можем обеспечить. Если бы вы... Нет, у них нет таких или прав. Ваши коллеги блокировали дверь и сказали, что было бы все правомерно. Да. Но сейчас просто какие-то непонятные люди которые отказываются представляться. Сейчас подойдет организатор, спросит. Они стоят с бейджиками, не говорят ничего. И объясняют свои действия. Специально внизу же организовали. Вы знаете, да? Вы знаете, что... организовали место, чтобы люди могли спокойно там уместиться. То есть смотрите, вы сейчас говорите о том, что полиция не может обеспечить порядок, потому что какой какие-то другие люди блокируют люди. Блокируют люди без основания. Вы понимаете, что они блокируют общественный порядок? В настоящее время стоят люди, непонятно на каких основаниях, предотвращают вам ход. Все объяснят. Вопрос, да? Что это такое? И самое главное, мы уже час. Давайте сейчас не будем напомнить. Мы уже сколько здесь стоим, просим организации. Я все это понимаю. Да нет, просто вы скажите, вы полиция, пожалуйста, вы обеспечиваете порядок. А кому надо говорить? Давайте назовите его. Организатор данного собрания. Его здесь нету. Организатор данного собрания. Где мне его искать? Пока я буду его искать, он закончится. Пойдем поедем вместе. Нет, зачем? Он должен быть здесь, у зала. Сбегать, поискать вам его? Слушайте, а? Вы же офицер. Да. У вас, может, и рация есть. По рации кого я вызову? Организатора? Ну, кого-нибудь вызовите. Ладно, ожидать, сейчас вам... Или установите личность, да? Заберите нас всех в отделение. Не пускают жителей. Либо выпускают жителей, вызываем полицию. Она ничего не делает. Вы не знаете закон о смерти? Конечно, не знаю. Там есть места свободные. Сотрудники полиции. Сотрудники полиции. Никому не нужно. Ладно, там не пускают, не пускают несколько съемочных групп. Это нарушение закона о СМИ. Нарушение закона о СМИ. Хорошо. Пропустите журналистов. Вот нас. А, пропустите, пожалуйста. Вот. 360 Подмосковье. Пропустите, пожалуйста. Пропустите. Товарищи. Если нету места, что мы с вами делаем? Есть там места. Так внизу есть место. А зачем? Это наш район, мы участвуем. Зачем вообще туда приехали? Чтобы смотреть. А где организатор?